Саженцы парковой розы Чайнатаун прекрасно адаптируются к любым почвам, поэтому впоследствии завораживают множеством крупных цветков с увеличенным числом лепестков. Густая и веселая темно-желтая окраска и вкусный аромат с фруктовыми нотками привлекает бабочек и пчел. Этот популярный сорт сохраняет свою насыщенную раскраску в условиях прохладного климата, а вот на солнечной стороне нежные кремово-желтые цветы быстро выгорают, приобретая розовый оттенок. Поэтому перед высадкой посадочного материала выбирайте полутенистые проветриваемые участки с хорошим дренажем, что позволит сократить заболеваемость растений. Роза парковая Чайнатаун – это многолетнее растение высотой 90-110 см. Кустарник лучше всего подходит для групповых посадок. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола роза парковая Чайнатаун можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания розы прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает роза парковая Чайнатаун в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют сильный аромат. Цветок окрашен в кремово-желтый с темно-розовыми штрихами цвет. Интересные цветы розы могут быть до 8-10 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.